такая ж прочесалась. Гладкая, стриженная, как яичко. Сейчас купаться пойдем. То есть она же что-то несет, да? Mm-hmm. Что это? Нормально, дай. Дай в руки, я не вижу, что это. Осторожней. Господи, карандаш! Осторожней, осторожней. Карандаш, Сонин, карандаш. Дать омлету? Mm-hmm. Хорошо сейчас. Покажи, как мама пресс в зеркало проверяет. Я-то все вижу. Тебе кушать нечего? Ты что, врушка? Если опека это увидит, что тебе кушать нечего? Нет, нет, слезай. На лестнице опасно. Слезай. Не дала мне спеть песню! Что ты хочешь? Чистая, стриженная, гладкая, как яичко. Печеньку дать? Да? А сделай тогда мне кувырок. И Соне дам. Кувырок. 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 Сделай нормально, нормально. Молодец. Сейчас дам. И Соне дать? Пингвин на голове. Какой кошмар? Какой кошмар? Соня, кто все раскидал? Папа! Какой кошмар этого папу? О, мне кажется, папа вообще беспредельщик. Цветок врезался, который был 1.90 м, теперь он пал смертью храбрым. Дженни, ну посмотри, что это такое, поругайся на ней. Я считаю, тебе очень идет. Конечно, трубочки. Ему терпению можно позавидовать. Господи, что за мясорубка? Жень, это нежности. Сидим на лавке, сегодня вечером была. Залезай, не бойся, лишнее что-то тоже залезла. Давай, не зайка мне.
кызыл Зачем мне его нюхать? Цветочек нарисовать? Пошли. Ай, карандашики в баночку. Девочки? Нет. Соня, Ева. Ева. Привет. Привет. Жени. Мама. Отпусти. Отпусти, я тебе сейчас дам другое. Брось. Соня, ну вот, вот так, к сожалению. Скушаешь, я тебе еще дам. Вкусный манго, кстати, был. Тайский манго, да? Весь рот в манго. Женя, ты очень нагло себя повела сейчас. Тот случай, когда ребенок четко повторяет, что делают родители. Так, чинишь фары? Так, кто чинит фары? Папа, серьезно? Молодец, четко. Ходит с книжкой. А ты чем занимаешься? Соня, у тебя что, игрушек своих нету? Лужа! Кто написал? Папа, какой кошмар. А ты долго будешь читать? Женечка, не надо? Брось. Нет, брось. Это... Господяк. А ну-ка, как ваше настроение, дела? Твое. Голос. Вечеринка! Вот это лад дома! Гуляет полрайонок, гуляет вся школа! Скажи, Даш, ты сдурел, что ли? Все, давай мне. Ну, наверное, счастье. Нет, мы его сейчас другой стаканчик поставим. Другой. Ноги твои. Я выбираю эргоферон. Он сочетает. А, это видео. Я хотела сказать, что прическа говорит сама за себя. Ну зачем ты это сделала? Кто это? Кто самая красивая девочка? Да, папа, разве девочка? Ты что? Кто девочка красивая? Я? Молодец. Папа не девочка, нет.
Лампочка лопнула. Молодец! Так визжишь.